Они решили просто мне день праздник сделать, показать, что есть в этом городе, накормить меня как следует. Я еду, по сути, в столицу, потому как без основного телефона мне тяжело ориентироваться, и потому что я устал от жары, которая повсюду. Но я разузнал, что есть город Пуэбло, это недалеко от столицы, в котором прохладно. И вроде как сегодня ночью они мне купят билеты на автобус, и я на ночном автобусе поеду в горы. Там я буду чувствовать себя комфортно в плане климата, и также там не так опасно. Буду искать, возможно, работу там выращивают в основном кофе. Ну и есть какая-то волонтерская работа, возможно, в помощи детям. Еще не понял, какая именно. Здесь же люди занимаются, не знаю, фрукты собирают, да, людей грабят, насколько я понимаю. Не прелесть ли? Постирал. Такой вот дом прилетел у меня. Осталось пару часов до моего выезда из города. Скоро поедем на автовокзал. Жутко дорогой билет, как мне кажется, для этой семьи. Хотя 490 или 470 песо он стоит. Это, ну, $25. $25. Ну, это, я думаю, что важно для этой семьи. То есть иногда круто себя чувствуешь, когда помогаешь и когда поддерживаешь чье-то путешествие, ты сам как будто немного путешествуешь. У многих людей действительно такое. Итак, это автобусная остановка, да? Да. Чувствую себя вашим ребенком, не маленьким мальчиком. Да, здравствуйте.
Покажи билет. А через 40 минут автобус отправляется, не уходи далеко. Окей. Хотя, погоди, можно еще раз посмотреть? Спасибо вам большое. Thank you so much. Спасибо большое, спасибо. Yeah. Thank you so much. Очень приятно. Спасибо. I wish you all the best. Я желаю вам всего доброго. Спасибо еще раз большое. Это было удивительно. Эй, чувак, не благодари, это моя семья. Yeah. Thank you for everything, dude. Yeah. Да, спасибо тебе за все. Да вам спасибо. Хорошей жизни. Счастливо. Ну вот такие люди, очень трогательно это все. Очень приятно. Спасибо. Мексика один из самых опасных городов, насколько я понимаю, или насколько мне здесь все говорят. И вот такие люди. А через 8 часов, наверное, я окажусь в горах, в прохладе, надеюсь. Там прохладно, без комаров, иногда с дождями, но надеюсь, что справлюсь. Прекрасное время будет. So, 23-е место, да?